Кустанайский завод «Аллюр» готовит кадры для автомобильной отрасли страны. Здесь работает свой собственный корпоративный университет, который занимается подготовкой специалистов на современном производстве. Тесное сотрудничество с техническими вузами страны дает свои результаты. Впервые защита дипломных проектов студентов прошла на базе кустанайского автогиганта. Подробнее расскажет моя коллега Айжан Утелова. Вместо привычных вузовских аудиторий и строгой комиссии – учебный класс на заводе «Аллюр». Трое студентов университета имени Садпаева защищают сегодня свои дипломные проекты дистанционно. Они пришли на практику на завод в январе этого года. Со студентами заключили трудовые договоры и показали, как на практике применять полученные в вузе знания. Мы сейчас со студентами работаем уже в таком направлении, что они не просто к нам приходят на практику, они смотрят, предлагают какие-то свои технологические решения. Мы развиваем в них инновационное мышление. Студент университета имени Садпаева Абылая Кожикенову со школьной скамьи нравилось машиностроение. Полгода практики на кустанайском заводе стали для него настоящей школой профессионального роста. Дипломная работа основана на предложениях и наблюдениях студента по модернизации производства. В дальнейшем ее можно внедрять. Это получается, что проделанная нами работа может помочь производству как и с экономической точки зрения, и в работе слесарей. Корпоративный университет «Аллюр» работает по трем направлениям – Центр профессиональной подготовки, Корпоративная бизнес-школа и Высшая инженерная школа. На любом этапе обучения здесь помогают наставники из числа опытных сотрудников завода. Предприятие сотрудничает с ведущими региональными колледжами и вузами и с удовольствием берет студентов на практику. Всегда даем какую-то консультацию, если какие-то у них сложности в работе есть. Ну и, соответственно, в дальнейшем, в перспективе им также говорим, что есть у нас и карьерный рост, соответственно, на предприятии. В рамках обучения в Высшей инженерной школе можно получить грант директора завода «Аллюр». Это бесплатное образование по нужной предприятию специальности. Такой возможностью воспользовались уже 33 человека. На автомобильном заводе получить грант директора для молодого специалиста – это большая возможность для самореализации и развития молодого сотрудника. И таким я являюсь. Я получил этот грант директора, поступил на технический факультет. Хочу остаться на автомобильном заводе, хочу продолжить самореализоваться на этом заводе. Получить бесплатное высшее образование и гарантированную работу на автозаводе достаточно просто. Главное – отработать на предприятии не менее года, зарекомендовать себя и получить ходатайство от руководства. Айжан Утеева, Габиден Жокушев, телеканал «Атамикен Бизнес».